это риск, это серьезный риск. Но тут идут КВ-5, на самом-то деле тут полная атака, есть за свете шотник, и сейчас вот начинается сумасшедшая работа. Давайте смотреть, как будут отрабатывать КВ-5, вообще будет ли у них такая возможность, и выход ЛТТБ, насколько быстро они могут лопнуть. Ой-ой-ой, мяч первый врывается, куда же он полез, получает серьезный урон, пока по команде ННСС очень много влетает урона, и что же здесь происходит, есть первая потеря. Живет ЛТТБ у команды RockSkiz. Пошел дальше урон по Мишке. Погибает Муки. Еще одна потеря у НСС. И как хорошо RockSkiz здесь пушат. Да, вывалились КВ-5. Они просто прогоняют всех своих оппонентов. Минус Т-54, минус Мишка Каалов. На центре 2 ИСа. Третьих сейчас на них попрут КВ-5. И мы посмотрим нормальную дуэль тяжей. В этот момент Медведь уходит. Либо не уходит. Да, он уходит. Но здесь ИСы остаются вдвоем. Ой, Мячу. Для дальнего она тут ему нужна. Там стопнется, интересно. Он выходит. Он выходит дальше. Сейчас смотри, выходит просто на все стволы, минус танк в секунду. Это просто без комментариев. Почему не чекал? Два ИСа, сотка там просто... Просто отдается танк, и это, друзья, почти 4-2. Ну, давайте посмотрим. Теперь уже контрпуш со стороны НСС. Да, и на сотку выходит. Ой, промах от Мишки Куалы. ДС выходит, но здесь классно работает вся команда НСС. Они забирают лишний танк, уже потеря двух танков. Есть Дени Браво, не самый полезный танк в этой атаке. Погибает, наконец-то, Муки. Видишь, сколько времени потратили? Шотника нет, не забирают. Бейзил там по-прежнему хорошо работает, друзья. Да нетушки, тут вообще ничего не получается. Ну, давайте вернемся к Нур-игре. Ну, Нура пока... Ой-ой-ой, уходит. Там Булкин ему набрасывает. Булкин еще раз может набрасывать ему еще раз Булкин. Фанни Машин погибает, страдает Сеня. Just Creative сейвится, Снегач выезжает за Сеней. Погибает Колесоид. Снегач, прострел по Сене. Снегач сам получает еще одно пробитие. Булка пошел давить Нура, погибает Сеня наконец-то. А Булкин все дальше идет за Нур-игре. Он просто его сейчас... заберет. Ну да, тут, конечно, если бы Нур... Подожди, Нур сейчас зарядится, может быть, шотик кому-нибудь еще, да, отправляет по Николасу еще один, нет, второй бы дал, был бы. А Булкин добрал другой танк тем временем, какой он жесткий. Булкин очень много урона раздает, посмотри, он дальше сражается с Витом, он даже может выиграть, если повезет. Булкин тащит, но нет, Вит его заберет, скорее всего, Вит зарядился и... Нет! Булкин! Булкин царюга! Ой, Булка в засвете, все, это, по идее, минус 37-й. Живет очень долго, Булкин хайтит здесь соперника, даже попал по ЛТТБшке, но много снарядов потратили игра, но его убили. Дело не в снарядах, наверное, дело в том, что секунд 8 каких-то выиграл Булкин для своей команды. Да, в это время тяжики подъехали. Да, и тяжики подъехали, уже можно, в принципе, даже не думать про захват, хотя нет, почему бы и нет, смотрите, а кто тут будет сбивать? Да, а некому сбить. Тут... сбивать и выходить будут под тяжелую технику, секунду до захвата, и база не захвачена, или захвачена? Захвачена, не сбили. Да ладно, не сбил захват базы. И сколько раз я говорил про это, что такое закрывать танк, что это вообще ненужная вещь. Лучше, это в формате 742 было тоже очень круто, ребята. Да, даже Т1 тогда нужен. Короче, был. Друзья, это 2-0. И это, походу, 4-0 может быть. Как два танка погибают на ровном месте у команды Кунг-Фу. Оу, Камай, красава, видел дальний танк, понял. Вот как классно Hellraiser сыграют. Они понимают, что этот танк здесь и так умрет, чем его шотать, если есть вариант дальней цели подамажить. Да, какая-то полная жесть с Пантерой получилась, полное издевательство, контратака со спины от Фобола и Крапаны, Несквик там засветит, увидит и законтролит, 13-90, ну просто вот все сейчас, все под диктовку команды Ашер. Да, Фобол засветился на центральной дороге, 90-ка уже может работать по 54-ке, Камайк забирает чипеньку, пока Пантера, Найс засветит, летит по центру, ну по просто... Фоболу влетает, это... Это еще и захват. Фобола за сюда. Это засвет... еще и захват. Да вас, все уже, это... все. 2-0, друзья, в атаке от Ашеров на вас. Почему X3 круче? Вот только что. World of Tanks. Вот только что было, друзья, все показывает. Потому что у него альфа. Диадор выезжает. Ой, Диадор промах. Снова Диадор погибает. Ну, зато проехал лол. Что, Несквик отдался? Ой-ой-ой, подъехал под Крапану. Как так произошло? И у нас... На самом деле минуты 28. Отдались очень круто. В сейчас. Это время тут Люцика пушит, у него все меньше и меньше хп, и он, наверное, уже не уйдет. Он, я не понимаю, вообще у него башня сломана, что ли? Нет. Че он не развернулся? Вот развернулся башню, даже стрелял. Не пробил скуку. Да, я вообще там не понял, что произошло. Видимо, все, они проиграли здесь. Хьюстон, у нас проблема, внимание на Камайка, потому что у него тоже могут быть проблемы, потому что здесь контратака со спины, два из-за третьих, и Камайк, если не сидит за кучу, но он ждет соперников. Наверху стоит все. Все, наверху ушел. Здесь должны стоять. Диадор прикрывает пока что. Первое один. Пробитие есть. Давят, идут дальше. Посмотри, они идут дальше, друзья. Они идут добить Камайка.
Ой, больно, ой, больно. 800 за 400 у одного и второго, чуть выше нормы. В ответ по скупре. Здесь забыли про танки, которые не светились. Опачки, привет, Лосоногого сейчас тоже распечатают, скорее всего. Вот это уже классный, бывает Hellraiser. Почему нельзя было так раньше, вопросик.